Меня зовут Екатерина, и я представляю проект Open Trip Map. Над проектом мы работаем вместе с Максимом Виноградовым. Open Trip Map — это интерактивный туристический атлас мира на основе открытых данных. И сегодня я расскажу не о нашем атласе, а о боте — Open Trip Bot. На прошлой схемотехнике был замечательный доклад о Telegram-боте, и Максим в сильном докладе очень вдохновился этой идеей и, в общем, за несколько дней запилил нашего бота. Бот работает на, соответственно, на открытых данных. Это данные OpenStreetMap, Wikidata, Википедия и открытые данные Российской Федерации. А работает он следующим образом. Пользователь отправляет ему свою геолокацию и в ответ получает список ближайших достопримечательностей. Можно отправить как текущее местоположение, нажав на кнопку местоположения, так и любую другую точку в мире, выбрав скрепочку. А также можно написать боту свои координаты цифрами и тоже получить список достопримечательностей. Бот ищет достопримечательности в рамках границы 10 километров. И выкатывает вот такой список, можно получить более подробную информацию в объекте и даже построить для него маршрут. Вот на данный момент пользуются нашим ботом в этих местах. Больше всего, конечно, в Москве, Санкт-Петербург. Ну и все, наверное. Псков был тоже взрыв какой-то непонятный. Ну и так еще в конце. Это те запросы, которые отправлялись нам. Вот я свела их в такую небольшую статистику, можно посмотреть, что ищут наши пользователи. Вот. У меня на самом деле короткий доклад. Вот. Если у вас есть вопросы или что? Статистику по словам региона. Кашиш два раза искали. Ну, что бы я хотела от вас услышать? Это какие-то предложения по развитию нашего бота и отзывы и комментарии. Спасибо. Наши контакты. Вопросы? Или предложения? Когда разблокируют Телеграм? Там нет? Да, Коля. Планируете ли бот для там-там? Для чего? Отличный ответ. Я не могу ответить на это. Российский Телеграм. Ну, сейчас Максим послушает ваши вопросы, и следующий схемотехник, я думаю, у нас и будет. Схемотехника Driving Development.